Ну а перед началом данного видеоролика, дорогие друзья, передаю привет Алёше и Добряну, аккаунту номер 238, Демьяну Боту 64, Каляке Плею, Сафронове Наталье Васильевне, ну и конечно же пользователю под ником Троллфим. Привет вам большой, ребята, от меня. Спасибо. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Иван. Паша сегодня снова не может. Ну, он, так скажем, в запое сегодня. В общем-то, сегодня мы с вами поиграем в игру Traffic Racer. Но это не обычная игра, это игра с модом «Много денег». Сегодня я вам еще и расскажу, как скачать мод на «Много денег». Ну вот, смотрите, они реально тратятся. Я вам сейчас это все покажу. Тратим. Вот, они прекрасно все тратятся. До максимума улучшаем. Вот. И у нас ни капли денег не уменьшилось. Поэтому нам этих денег хватит на всю жизнь в этой игре. Спасибо. Итак, заходим в любой ваш любимый браузер. В моем случае это Google Chrome. И пишем Traffic Racer мод «Много денег». Вводим это. И первую вкладку попавшуюся нажимаем. Ну, например, вот с синим флажком каким-то. Ну, зеленым точнее. Мы тут заходим, листаем, листаем и пишем вот эту вот кнопку. Ищем, находим. Тыкаем по ней, просто ждем там пару секунд, нажимаем на эту точку и просто скачиваем. Там, если неизвестный источник у вас заблокирован скачивание, то вы скачиваете, там нажимаете флажок, чтобы разблокировать. И вот это вот все скачиваете, и все нормально у вас. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте же погоняем на этом прекрасном мотоцикле. Next. Ну и... ну... давайте так пойдет. Погнали. Все, едем. Не надо мне никакие обучения. Все, едем. Ой. Ой. Так, ладно. Сейчас еще раз разгонимся, потому что чуть-чуть помешали нам. Так, давайте. Вау, все, пройдено. Далее. Так, мы заработали неплохо так денег. Окей. 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 Далее. Так, а что-нибудь посложнее, может, откроем? Вот тут, например. Давай. А, нельзя все, да? Так, домой. Так, next. Ну, давайте тогда следующую карту какую-нибудь. Free Ride. Или Time Trial. Давайте. Откроем все. Погнали. Ночную лучше. Вот мне нравится вот ночная. Погнали. Все. Вот вы чувствуете вот эту атмосферу? Это же вообще... так, вау. Ой. А, это забор помешал. Тогда ладно. Тогда ближе к забору не надо. Вот так вот примерно будем кататься. Давайте. И нормально будет, как по мне. Так, тут вот так объезжаем. Жжу. Видим вот вдалеке машину, сразу объезжаем вот так вот. Оп, оп. Все. Ой, опять. Жжу. А если по встречке ехать? Давайте по встречке ехать, чтобы другим не мешать. Вот. Вот так вот намного лучше. Все. Вот так. Ой, опять забор мешает. А, между машин не получается проехать. Ну, конечно, не продумано немного, но ладно. Может, сейчас получится? Ну-ка. Во, все. Замечательно. Так. Значит, мы неровно проехали, просто вот сейчас вот ровно едем. Так, все. Это как повезет, то есть. Все понял. Да не, не надо, все, спасибо. Нормально проехали так. Третий уровень заработали. И новый кар открыли.
Так, посмотрим-ка. Давайте новый мотоцикл. Может, это в мотоцикле дело? Так, купим, например, Тому. Ну-ка, unlock. Прокачаем его. А он прокачан, да? Или нет? Вот, прокачивать надо. Все. Так, здесь ничего не надо. Нет, здесь ничего вроде не надо. Все. Next, погнали. Давай-ка. Так. По правилам дорожного движения попробуем. Так, десерт ночную. Не, городскую, давай вот так вот, да. Все, погнали. Вот это другое дело, мне кажется. Он как-то более комфортнее так едет. Ой-ой-ой, ты куда? Я же там, ты видел, я куда ехал? Так, контины, в этом надо разбираться. Так что мы тоже его так будем обгонять, давай-ка. Ой, сейчас. Так, а что-то мы снижаем скорость. У нас бензин заканчивается? Видимо, да. А нет, вот. Все, нормально, нормально. Едем, едем. Обгоняем, чтобы никто нам не мешал. А, в смысле? А, это не встречная дорога, я выбрал, все. Я просто подумал, как они, нарушая правила дорожного движения, на встречную выезжают. Все, понял. Так, все отлично. Ну, давайте, это последний заход будет. И мы попробуем уже на следующем мотоцикле, который самый последний, самый дорогой, выберем. Так, окей. Так, все. Так, гараж. Давай-ка самый последний. Вот. Мне кажется, вот этот самый сильный. Хотя они сами по себе везде, у каждого своя особенность. Поэтому об этом судить не стоит. Это опыт только может управлять опытом. Но думаю, вы меня поняли. Так, поэтому давайте, ну, на время давайте попробуем по встречной. Ой, не по встречной, а one way. Так. И попробуем по сити городу ночному. Так, окей, все, погнали. Окей, все. Так, и едем просто не спеша на своей комфортной скорости. По комфорту едем. Эконом-классу или же, простыми словами, ну, бизнес-классу. Ну, думаю, вы меня поняли. Так. Так. Сейчас быстро разгоняемся, потому что время очень мало остается. И будем как-то стараться объезжать машины, потому что немного мешают. Вот, чтобы рекорд установить, машины мешают. Нет, они мешают реально. Вот. Поэтому надо либо скорость как-то снизить, чтобы их объезжать аккуратненько, успевать, либо придется уж врезаться, потому что, ну, мешают. Вот так вот можно. Так. Попробуем вот сюда. Вот, все отлично. Ага. И вроде бы нормально. Неплохо. Неплохо идем. Нормально, нормально, ребят. Вау. Ой-ой-ой, заборчик. Вот заборчик тоже немного иногда мешать может. Так. Ну окей. 70 тысяч хотя бы набрать успеем, я думаю. Рекорда. И ну-ка. Да, все нормально, все нормас. До свидос, дорогие водители. Не надо, все. Итак, новый рекорд. Мы зарабатываем 5-й уровень. Меня все устраивает. Новый карт зарабатываем. Все. Вот
Такая вот игрушка, Traffic Racer, мод много денег, всем советую скачивать, не тратить время на какую-то прокачку там, лучше игру с полно деньгами скачать и все, и довольным быть. В общем, вот так вот, дорогие друзья, Паша бы вам такую игру не посоветовал, он весь честный, весь правильный. Лучше слушайте меня, Ивана. Вот такая вот игра, еще раз повторяюсь, на много денег, всем скачивать советую. И, пожалуй, на этом все на сегодня. Пожалуй, я вам желаю, как всегда, крепкого здоровья, счастья, благополучия, и чтобы вы никогда не болели. А также храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. С вами был Иван. Всем пока-пока, дорогие друзья.